мы по-прежнему занимаемся модулем управления жизнью в БАМ-модели трехмерной философии «Сегодня, завтра и в прошлом». И мы находимся сегодня в завтра, то есть в будущем. Но как выбрать направление? Как идти туда, куда не знаешь, куда идти? Когда не знаешь, что делать, ответ очень простой – в соответствии со своими ценностями. Кстати, наши богатыри из русских сказок очень быстро находили решение, потому что для них выбор был всегда очевиден. Вспомните русские сказки. Они быстро принимали решение, когда приходили к развилке дорог со стрелками. Им говорили, направо пойдешь, то-то получишь, налево пойдешь, то-то получишь, а прямо вообще. Но вспомните, как они принимали решение. У них были очень интересные рассуждения. Найдите любую сказку о богатырях и прочитайте. Цели. Цели – это представление о будущем. Мы хотим узнать свой образ. И именно вот это желание, что будет, и дает нам возможность вот этого образа. Сначала карандаш, образ, который он видел в своем воображении, или натура. И только затем воссоздать его с помощью краски. Сначала набросок, первые прикидки, а потом он его раскрашивает. Образ человека – это то, каким он хочет видеть себя в конце пути, к которому он идет. Образ – это то, что каждый из нас надеется реально построить в момент достижения. Это важные вехи на вашем выбранном пути. Представьте, что у вас появилась машина времени, и я предлагаю вам перенестись на 10 лет вперед. Представьте, сегодня, через 10 лет. Прошло 10 лет с момента окончания нашего курса. Помечтайте. От всей души помечтайте. Даже круче, чем вы думали и мечтали, когда делали список 100 желаний. Заранее приготовьте побольше чистых листов, ручки, карандаши. А может, вам захочется записать свои мечты на диктофон? Включите диктофон или, может быть, даже видеокамеру, чтобы потом искренне и сердечно поблагодарить себя за то, что ровно 10 лет назад вы нашли для себя время сделать это. Запуск ракеты в будущее. Для того, чтобы у вас были технологии, как это сделать, я вам расскажу интересную технику, позволяющую вам формировать свои будущие модели поведения через проживание того самого будущего. Например, большинство из нас определяет возможную реальность. Это значит, что мы исходим из тех возможностей, которые есть у нас сейчас, и из возможностей, которые определяют нашу действительность сегодня. Я предлагаю вам совсем другой подход. Я предлагаю вам перенестись через 10 лет в нужное вам будущее, именно из будущего, реально осознавая его, прочувствовав, прожив там, ощущая его всеми фибрами своей души, как говорится, формировать реальность здесь, чтобы оказаться там. Как видите, это два кардинальных подхода о представлении себя. Если идти от сегодня, имея то, что у тебя есть сегодня, и если идти от завтра, то, чем ты сможешь обладать в будущем, именно запуск ракеты в будущее для того, чтобы понять, каким оно должно быть, и есть вопросы, что я могу сделать сегодня, чтобы прийти к моему замечательному будущему, которое я увидел. Как мне начать испытывать похожие чувства, которые я испытал там? Подходит ли оно мне? Итак, прошло 10 лет, и вы живете полной жизнью, о которой давно мечтали. Вас окружают те люди, которых вы хотели видеть. Вы работаете, и вы занимаетесь своим любимым делом. Мы провели один день с вами, увидев вас в разных обстоятельствах, в разных ситуациях, и сняли все это на кинопленку. А теперь мы покажем вам фильм о вашей жизни. Проходите в кинозал, присаживайтесь в кресло, устраивайтесь поудобнее и смотрите. Вот он, один день из вашей жизни через 10 лет. Это вы. Посмотрите, каким вы видите себя на экране через 10 лет. Представьте, а потом опишите, в чем именно состоит ваша мечта относительно вас. Не то, что вы будете иметь, а то, каким стали вы. Какие черты вашего характера, знания, навыки, умения. Все, что вы хотите для себя. Ваша жизнь, семья, дети, отношения.
Все, что вы видите на экране, какие отношения, с кем, кто рядом с вами, близкие люди, с кем вы общаетесь, с кем вы ходите рядом, какие у вас отношения, кто этот человек, кто этот партнер, какие ваши дети, что они смогут сделать. Итак, подумайте об этом. Ваша жизнь. Какая она, ваша жизнь, ваши мечты? Что вы видите теперь на экране? Ведь вы живете в этом самом месте, о котором давно мечтали. Где вы? Если вы мечтали о материальных предметах, какие они? А может, вы мечтали вообще о чем-то другом? Что вы видите на своем экране? Какая она, работа или бизнес в 2030 году? Посмотрите на экран. Это тот бизнес, который вы делаете. Это та работа, о которой вы мечтали. Что это за бизнес? Что это за работа? Что входит в ваши обязанности? Сколько времени вы этому уделяете? А как можно сделать еще лучше? Посмотрите результат, который вы видите на экране. Близкие люди. Кто окружает вас? Кого вы видите сейчас на экране? С кем вы ходите рядом? С кем общаетесь? С кем вы живете? Кто это? Ваша семья, внуки? А может быть, это ваши друзья? А может быть, это ваши партнеры? Кого еще могли бы вы увидеть в этот день на экране своего фильма? С кем вы встречаетесь? С кем разговариваете? Кто эти люди? Посмотрите и разглядите их в своем фильме о себе через 10 лет. А как вы проводите свое время? Что вы делаете там в своем будущем? Какие ваши обычные дела? А быть может, у вас есть какие-то особенные развлечения? Что вы вообще делаете? Как проходит ваш день? Что вы делаете несколько раз в день? Как проходит ваш отпуск? Что вы вообще делаете хотя бы раз в год? А может быть, какое-то есть ваше хобби? Посмотрите и расскажите о том, что вы увидели на этом экране. А теперь все это запишите. Но может быть, прежде чем вы уйдете из этого кинозала, вы захотите увидеть что-то еще. Позвольте себе это сделать. Обобщение. Мы сделали очень много. И теперь ваша задача – обобщить это. Перечитайте то, что вы написали. Посмотрите, может быть, увидите какие-то общие темы или шаблоны. Есть ли что-то, что объединяет все ваши записи? А может быть, вам не хватает чего-то для создания полной картины? Подумайте. Сформируйте полностью законченное, интересное повествование о вашей жизни. Прочтите его. Нравится ли вам то, что вы написали? Может быть, можно что-то добавить, изменить или переписать?